Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. В прошлой серии мы куда-то направлялись. Опять глюки начались. А я не помню, откуда я пришел. Ага. Значит... Ой-ё! Привет, зомбаки. Какие у вас мечи-то? А, мы отсюда пришли. Так. Почему так глючит? Почему-то глючит. Ладно, в этой серии мы пойдем домой. Почему глючит при записи, непонятно. Почему так оно? Я до сих пор понять не могу. Что тут у нас? Уже в другую сторону. Круто. Спасибо. Так вам в будущем пригодится. Ух ты! Вы посмотрите, какая красота. Какая красота-то, ребятка. Вот, ребята, вот это красота. Вот это я понимаю. Адский камень у нас. Вот. Всех с наступающим, кстати. А, сегодня же 25 число. Точно. Точно. Они писали, что 25 числа выйдет... Или что-то там обновление какое-то будет. Офигеть. Прикольно сделали. Это под Новый год. Вот еще. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Так. Как делаются книжки, я пока не знаю. Надо выяснить. Как с этого дростника можно что-то делать. Я толком не пойму. Ага. Сахар. О, стоп, что был? Бумага! Ага. А с бумаги уже книжку делает. Я хочу делать... Ну, пусть сахар будет на остальное. Ну, пока не знаю, не ясно пока, как делать... Нам нужно его посадить. Точно, нам нужно его посадить, чтобы у нас была ферма. Так, это... Точно. Сейчас мы отправимся за дростником. Потому что нам нужна своя ферма. Нам нужна своя ферма дростников. И нам нужно еще дерево. Дерево у нас не проблема. Например, здесь можно взять дерево. Ух, какое дерево большое. Так, портал у нас есть. Я хочу убить дракона еще. Там вот титры и так у нас садится солнце. О,
Ладно, таки быть, пойдем. Так, какая у нас сложность, кстати? Вот так то. Ладно, подождем и с утра. Кстати, когда выйдет новая версия для, ну, для новой версии с Херобрином, ну тогда я начну, продолжу уже, но это уже после Нового года. Где? Где-то так. Закрыли дверь, да? Где может быть этот? Почему глюч, не ясно? Иногда. Вот. Подвисает немножко. У нас есть ведро. Надо брать воду. Вот здесь. Вот. Давайте сюда пойдем. Поищем. Почему ты так глючишь? Может, я что-то наделал, не знаю что. Дростник. Опа, я его вижу. Это наше спасение. Еще один. Нам нужно ферму создать. Тростнику. О, хрюшки, это хорошо. Сейчас мы себе еды. А потом будем дом искать. О, еще вижу. А потом придется дом искать. Хрюшку видел. Где же эта хрюшка? Вот ты где. О, я, оказывается, здесь был когда-то. Или здесь крипер где-то долбанул. Где-то я там... О, вижу. Ау. Вот здесь. О, уголь. Я не взял. Да, здесь что-то было. Ладно, давайте возвращаться. Нам нужно ферму создать. А вот где наш дом? Вот теперь будет пипец, если я не найду. Придется... Кажется, я где-то уже здесь был. Ну, походу, туда. А, вижу деревню. Или это не деревня? Нет, это деревня. Фух. Недалеко все-таки. Недалеко. Вот она. Деревня моей мечты. Прикидай, если бы это была другая деревня. Тогда все пошло бы. 14 уровень опыта. Вот это я понимаю. Давайте попробуем дростник посадить. А потом будем делать вечно этот. А то почему мы то одно и то же делаем? Ближе. Как его садить, народ? Может, белый надо песок? Давайте посмотрим. О! Другое дело. Ну, тогда у нас половина фермы такая. Не знаю, правильно я делаю. Напишите в комментариях, правильно или нет. Но я сейчас с голоду умру.
Правильное дело я не знаю, но я думаю, что это правильно. Так, у нас чуть-чуть еды есть. Сейчас будем умирать. Пыщ, будет стукать. Туф. Турух, турух. Может отдельную ферму создать тростников? Не знаю, не знаю, не знаю. Хотя можно, 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 можно. Так, у нас есть, можно сделать палочки. Тупо для фермы. О, палочек хватает. На отдельный забор для увеличения фермы. Забор нам нужен. 6 6 7 7 7 7. Ну ладно, сколько будет, только будет 12. Топор есть. Так, я как у нас тут теква. Вот здесь можно нос. Вот здесь можно продолжать. Вот. Вот как раз и мы срубим другой забор. Давайте. Не маленькая ферма, хотя нет, не маленькая. О, ферма немного большая, делаем. Вот так вот. Так. Правильно я делаю. Ой. Куда-то тут такая была у нас. Ну ладно, мы тут потом посадим. Так, здесь у нас будет вода. Еще. Вода же походу нужна. А у нас тут бесконечный источник. Пля. Опля. Опля. Так, пойдемте по другие наши семена пшеницы. Возьмем морков. Так, пшеница потом нам. Семена арбуза посадим. Пригодится. Так, это вода. Где же наша это? О, сколько палок. Где же наша? О, сколько земли-то. Можно ферму увеличить. У нас 9 алмазов. А вот ты где. Реально, можно увеличить ферму. Еще больше. Тогда будет быстрее все. Давайте так мы сделаем. Как-нибудь делаем это. Так. Так. Так, сколько у нас там песку еще белого есть? Чтобы больше тростника посадить. Хотя, да, сейчас мы сходим. Как там наше солнце? Немножко. Садиться надо. Быстро набрать немного песка, потому что не хочу встречаться с этими милыми зомби. Железная лопата быстро исправится за свою работу. С углюками при том еще. О, сколько там песка. Но если что, справимся, у нас меч есть. Главное не умереть, у нас 14 уровень опыта.
Чем больше, тем лучше. Потому что... Думаю, хватит. Потому что мы сможем дростник посадить. О, дростник. Я не знаю, правильно ли это дело, напишите в комментариях. Потому что я никогда его не садил, так сказать. Вон где он растет, видите? Может, на зеленую землю его надо посадить? Ладно, увидим с утра. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если я правильно делал тогда. Вот это деревня, не хватает кого-то, чтобы со мной жил. Вот водичка вечная. Вот наш тут портал, наша шахта. Наши испытания фигня, это всякое. Ладно, идем наверх. О, уже две тыквы. Офигеть. Спим. Уже две тыквы растут. Вот это хорошо. Надо арбуза посадить. Я не знаю, правильно я его сажу. Но так само посажу, как эту тыкву. Потому что... Другого выхода я не вижу. Вот попробуем тростник вот сюда поставить. О! То же самое. Опа, ага. Понял. Попробуем, вырастет он или нет. Но я посажу возле воды. Ты пусть будешь здесь. Но мы сегодня посадим семена арбуза. Так, где наша... Пусть так будет. Хотя нет. Черт, что я наделал? Да правильно я это делаю или нет? Так, здесь мы посадим пшеницу. Картошка не выросла. Ой, это... Морковь точно толком не выросла. Это чё? А-а-а. Сейчас вернусь. Картошку буду садить. Где наша картошка? Немножко. О. Хотя бы немножко. Хотя бы посадить. Не знаю, правильно я это делаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, мы сейчас тебя срубим. Все, с огородом разобрались. Думаю, правильно все я сделал или нет. Напишите в комментариях, кто знает, как что. Но, думаю, неплохо выглядит, да? Дростник. Не знаю, правильно я посадил. Но увидим через пару серий, если вы правильно пишете. Если можете подсказывать, я увижу потом. Так. У нас есть алмазный меч, я хочу сделать книжки, потом делать фигню такую, чтобы она была зачаровывать всякую фигню, типа там меч, чтобы делать себе доспехи хорошими, ну, например, алмазами, будем еще в поисках алмазом, потом меч алмазный, потом лук, чтобы он, может, как-то можно бесконечные стрелы, чтобы были. И это будет очень хорошо с нашей стороны. И мы тогда отправимся к дракону, убьем его, финальные титры будут. И, может, ну, возможно, на этом Майнкрафта больше не будет. Или будет, по вашим просьбам.
Может будет, но с херобрином. Охо. Хо-хо-хо-хо-хо. А, тут еще дерево осталось, точно. Ох, сколько здесь дерева-то, а? Так, опля. Ладно, посадим здесь, будем садить здесь опять деревья, потому что они нам нужны. О, еще. Понятно, почему ты осталась. Так, надо нам потом как-то само уничтожиться, походу. О, видите? Так. О, началось. Ладно, здесь тоже будет дерево. Надо все это дерево посадить. Это, так сказать, будет наше дерево. О, спасибо. Потом далеко не придется ходить. Вот, еще здесь. Так, например, сюда посадим. Сюда посадим. Сейчас мы отсюда еще возьмем. Потом оно само как-то вырастет. Хорошо, что в Майнкрафте не стареет. Еще дерево, да? Так, это мы в доски превратим. Ну, давайте это сюда. Наше неиспытое место. Яблоко! У меня есть яблоко. Ух, тут их много так. Ну, потом, следующим днем. О, еще здесь. Потом мы будем посадить. О, что-то растет. Где арбуз? Что-то растет. У нас есть яблоко, тыква есть. У нас много чего есть. Забор есть, топор. Тут уже забытость. Эх, эх. Пойду постреляю. Шо ли? Так, давайте будем вот так. Опа! Ха-ха, прикольно. Давайте какую-то цель возьмем. Хочется так почему-то пострелять. О! Движение. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь и пишите ваши пожелания. О, прикольно было. Два движения. На-на-на-на-на. Напишите ваше пожелание. О, сундучок. Праздничный сундук. Здесь у нас ничего. Ладно, пойду. Да, работает, дростник растет,
Ура, 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 ура. Черт, зачем я его сбил? Вой, идиот. Как раз здесь посадить. Где? Всем пока. До следующей части. Спасибо, что смотрите. Почему? Настройка графики, максимум. Так.